Всем большой привет! И сегодня у меня видео распаковка с Wildberries, как вы уже, наверное, догадались по названию. А в общем-то, когда у меня небольшие распаковки, там 2-3 посылки, я просто показываю это во влоге. Когда у меня большая посылка, то хочется показать много товаров, рассказать об этом поподробнее, то я решила это выделить в отдельное видео. Кстати, это уже вторая распаковка. Предыдущая часть распаковки была чуть ниже, так что проходите, посмотрите, там тоже много интересных товаров, как одежды, так и косметики. В этот раз у меня тоже есть и одежда, и косметика. И начну я с самой главной покупки, которую я ждала, можно сказать, недели две, вы знаете, потому что я заказала тренч. Наконец-то тренч со мной. История такова. У первого продавца мне пришел тренч бракованный. Там было, я уже точно не скажу что, но какой-то явный брак. Что-то было то ли порвано. В общем, это можно во влогах посмотреть, я показывала. Я его сдала, перезаказала у другого продавца, потому что у этого продавца они просто закончились. Мне пришел тренч. И он снова был, вот там я точно помню, там прям на воротнике шов был распорот, и там прям торчали вот эти нитки, внутренности. В общем, он был реально бракованный тоже. Я его сдала снова и не стала перезаказывать там же, потому что, ну, не знаю, вот так я нашла какой-то другой вариант, который мне показался более симпатичным. Раз уж не сложилось, так не сложилось, я не стала перезаказывать. Вот, кстати, да. На заметку продавцам Wildberries, если вы не следите за качеством товара, то потом уже пропадает какая-либо мотивация и желание перезаказывать этот товар. Честно говоря, это когда это идет по полной оплате, то есть я всегда сначала оплачиваю, потом получаю. Ты ждешь этот товар и так радуешься, когда его получаешь, и потом смотришь, а там брак, я просто перезаказываю у кого-нибудь еще. Не знаю, кто-то у того же продавца перезаказывает. Так бывает, что просто люди, допустим, я понимаю, не все добросовестно пользовались, может, поэтому. Ну, короче, я заказала вот такой вот тренч. Что мне понравилось? Знаете еще почему? Мне понравилось здесь качество. Здесь на 70% хлопок состав этого тренча. В основном сейчас часто идет полиэстер. И, соответственно, качество просто обалденное. Он не блестит. Вот он как надо по ткани. Мне очень понравился цвет. Ну, такой классический. Длина. На мой рост еще и длина мне важна. В общем, он очень качественно выполнен. Я полностью довольна. Я заказала в размере M для того, чтобы он был свободный, и я могла носиться со свитерами. Сейчас как раз я померяю вместе с вами, покажу, как он на мне смотрится. И это как раз будет со свитером на наш декабрь краснодарский, который очень теплый. И у нас в декабре плюс 10, плюс 15. Я тренч еще успею носить, буду носить и радоваться. И дальше уже в марте я снова в апреле смогу наслаждаться этим тренчем. Поэтому решила заказать. Вот, так что давайте посмотрим, как он выглядит на мне. Его еще надо будет отгладить. Я сейчас займусь этим после того, как мы с вами распакуем все остальные посылочки. Хочу отпаривателем его отпарить и наконец-то наслаждаться. Мне очень нравится фасон. Тренч идеальный, плотный, по качеству классный. В общем, девочки, рекомендую. Кстати, по поводу ссылочек. Если ссылочки, либо, ну, артикулы на Wildberries вам нужны, напишите мне об этом в комментариях. На какой товар вам интересен артикул, и я его оставлю. Если вы хотите артикулы на все товары, тоже пишите, я оставлю. Потому что бывает так, что я, например, сама нахожу на Wildberries по
по названию, по марке, и не спрашиваю, допустим, артикул или не смотрю его, когда смотрю какие-то обзоры, а бывает прям он нужен, допустим, чтобы найти. Поэтому пишите, если надо, то добавлю. Так, давайте дальше заниматься распаковкой посылок. Дальше у меня идет косметика всевозможная декоративная, и я заказала Пав-Пав бальзамчик. Так, этот с каким ароматом? Арбуз. Это очень классно. Здесь 15 грамм. Ну, Пав-Пав я обожаю, уже пробовала всякие разные. Единственный, который был с маракуйей, мне не очень понравился аромат. А так, в основном, они меня всегда больше очаровывают. Они приятные, вкусные, всегда классно пахнут. Ну и само качество бальзама. Он отлично увлажняет губы. Густенький такой. Я чуть-чуть намажу. Я, хотя и с блеском для губ, я просто хочу почувствовать этот аромат. Очень арбузно. Очень арбузно, и будет напоминать мне о лете этой зимой. Поэтому просто супер, довольна. Класс, Пав-Павы обожаю. Так, далее. Это у меня крем для области вокруг глаз с гиалуроновой кислотой. Сейчас я распакую и вернусь к вам. Ну вот эти пленочки все, их еще попробуй сними. Но я это обожаю, это как второй Новый год просто, когда ты это все распаковываешь. Просто класс. О, слушайте, он достаточно большого объема, что на нем какое-то пятнышко. 30 грамм. Обычно меньше. Кстати, достаточно большого объема. Ну, вообще средства с гиалуроновой кислотой, начнем с того, что я просто обожаю. Поэтому я уверена, что мне понравится. Главное, чтобы он мне подошел. Кожа вокруг глаз у меня чувствительная. И бывает такое, что не все средства вокруг глаз мне подходят, и тогда я их кому-то одарю. Маме, подружкам, потому что, ну, так бывает. Ну, посмотрим. Я позже оставлю свой отзыв. Обязательно будет видеообзор. Если вам интересно посмотреть обзоры на какие-то из этих товаров, то ссылочки внизу в описании на другие платформы. Это на данный момент то, чем можно пользоваться. Это Yapi, ВКонтакте и YouTube с бьюти-тематикой. Там я сейчас оставляю обзоры. С тех пор, как запрещенные соцсети я перестала размещать. Ну, потому что мне это просто неудобно делать. И поэтому я завела другие каналы, на которых я размещаю бьюти-обзорчики. Потому что без них никак. Без них просто никак. Так, продолжаем. Вот такое вот средство. Это лайнер. Этот лайнер не просто. Он двухсторонний. Да. Печаткой. Сейчас я распакую и покажу вам. Вообще, когда я его заказывала, я думала, что он будет гораздо большего размера, такой же, как я с Али заказывала лайнер с печаткой. Он был очень-очень такой широкий. Что ж такое? Я уже думала, что я совсем справилась, пленку сняла, но тут еще попробую его вытащить. Кстати, 1,6 грамма по объему. Да как тебя достать? Упаковка, упаковка, под ней еще упаковка. Это, конечно, плюс с одной стороны. Вот. Вот так выглядит. Мой был где-то раза в два шире, который я на Али заказывала с печаткой. Тут, наверное, и печатка маленькая, судя по ширине. Да, небольшого размера печатка. Я надеюсь, вам видно ее. Вот так она выглядит. Острый кончик. Не знаю, как сфокусировать и как вам ее показать. В общем, треугольная печатка для того, чтобы сделать стрелочку. Надеюсь, я понятно показала. То есть вот так вот вы ставите шпок, и стрелка готова. Ну, идеально. Вот получится вот такая вот стрелочка, как у меня сейчас по размеру. Небольшая, но это как раз на каждый день то, что мне и надо. С другой стороны, идет обычный остренький вот такой вот лайнер. Как он по качеству, я еще не знаю, потому что я буду пробовать этой марки впервые. Все-таки лайнеры бывают разные. Какие-то мне служат один месяц, а какие-то еще меньше, а какие-то могут служить и год, и даже полтора, как у меня вот последний был. Поэтому посмотрим, посмотрим. Позже я оставлю дополнительный отзыв обязательно. Так, следующий товар. Чтобы еще распаковать такого, давайте распакуем кушон. Кстати, помимо кушона я заказала еще и вот такой вот BB-крем Зазу авокадо. И кушон, и BB-крем. Давайте начнем с кушона. И далее я раскрыла, уже сняла пленочку, еще вот такой BB-крем. Смотрите, какая красота. Слушайте, он так оформлен, просто офигенски. Сколько здесь грамм? 40 миллилитров. Тоже Зазу. Стеклянная колбочка. Ну как все выполнено шикарно. Угу. Вы снимаете крышечку, и здесь дозатор.
Я просто в восторге. Подобного качества упаковка и за такую смешную цену, как это предлагают на Wildberries, просто нигде не найти. Даже вот на iHerb те же средства, которые я заказывала, когда еще iHerb работал, стоили в разы дороже. Ну, не знаю, что будет по качеству. Ну, посмотрим, буду пробовать. Но выглядит это все просто отлично и великолепно. И средство с дозатором, это удобно. 40 мл это все-таки достаточно много, ну, лично для меня. И мне такого объема хватает надолго. Потому что я много не люблю средства наносить на кожу, чтобы это не было как маска. То есть все-таки выглядело более натурально. Если вы, опять-таки, пробовали данное средство, очень интересно будет узнать, как вам. И насколько это вообще качественно. Ну, будем пробовать. Обязательно оставлю подробный отзыв на каждое средство позже. Далее, что же мне открыть? Тут столько у меня всего интересного. Давайте вот это. Вот эту посылку я ждала супер долго. Такое впечатление, что она шла чуть ли не так же долго, как и мой тренч. В итоге третий тренч, кстати, шел... Блин, неделю, не меньше. Это средство шло еще дольше. Такое впечатление, но это азиатский крем. И у меня, я уже шутила, что он, наверное, идет ко мне из Китая. Хотя, кто знает, может, так все и было. Упаковано в одну было пупырку, затем вот в другую пупырку, в третью пупырку. Короче, запаковали так, чтобы точно не повредилось. И это, конечно, плюс. Вот так выглядит средство. Вот, все по-китайски. Китайские иероглифы. Короче, в чем его прикол, чем оно мне так понравилось? Там еще инструкция присутствует, и здесь вот такая баночка. Тут даже настолько все по-китайски, что даже непонятно, сколько тут грамм. Ну, у продавца можно почитать информацию эту. Сейчас я раскрою, чтобы вам показать. Здесь защитная пленочка, и внутри находится крем. Для чего этот крем? Он полностью вообще от всего. От любых высыпаний, каких-то ранок, порезов. Пишут, что даже против рубцов, пигментных пятен, каких-то там недостатков кожи, грибков, псориазов. В общем, там такой список, наверное, штук 20 разных. Но я думаю, что, в принципе, дома, как аптечное средство, пусть будет на случай пореза, какой-то ранки или прыщик, например, чтобы быстрее заживал, либо пятнышко вот это после прыщика, допустим, или что-то. Ну, в общем, вы поняли, в любой непонятной ситуации какой-то на коже можно намазать это средство. Я такое люблю, решила заказать и попробовать. Если вы пробовали, то пишите свои отзывы, как вам. Вот. Но я такого раньше не встречала, и меня очень заинтересовало. Прикольно, пусть лежит в аптечке и радует меня. Так, дальше. Блеск для губ, персиковый. Я еще нашла такой манго, и теперь хочу его. Как мне остановиться? Я просто бесконечно заказываю бальзамы и блески для губ. У меня уже какая-то зависимость. Тинт, блеск для губ. Кстати, тут даже сразу составчик указан. Так, сейчас фокусируется. Вам видно, да? Вот. Ну, прям все прикольно. Вода, минеральное масло высокой очистки, гиалуроновая кислота, пчелиный воск, косметическая основа и ароматическая эссенция персика. Классный состав, слушайте. Еще посмотрите, как красиво выглядит упаковка. Просто вау. Ну, в любом случае, любые бальзамы и блески у меня просто улетают. Я думаю, такой бальзамчик такого формата небольшой, отличный и удобно будет носить в сумке. Вы посмотрите, какая красота. Эти упаковки азиатские я просто обожаю. Тут сакура, персики. Вот она, эта кисточка. И по ней видно, какого цвета будет тинт. Ну, он сейчас выглядит прозрачным, блеск, но он будет с тинт-эффектом. Но сейчас наносить на губы... У меня нанесен блеск, поэтому наносить на губы я не буду. Вот когда буду пробовать, расскажу. Но понюхать я просто обязана. Очень яркий персиковый аромат. Самого блеска, как видите, здесь вообще немножко. То есть тут эта квадратная упаковка, она больше декоративная. Внутри маленький блеск. Но носить с собой это очень удобно. Вот такой небольшого формата. Пахнет нежно, ярко персиком. Просто кайф. Надеюсь, мне понравится. Посмотрим, как будет выглядеть сам цвет. Не слишком ли он яркий будет на губах. В общем, в обзорчике дополнительном, отдельном на этот тинт, я все расскажу.
Так, и еще один товар. Это вот такая маска. Как обычно, наклейку налепили прямо на саму упаковку. Сейчас я сниму упаковку и покажу. Ну, тут мне даже ножницы не помогли. Мне пришлось прибегнуть к ножу, чтобы снять упаковку. Но все получилось. Вот так выглядит масочка. Очень даже симпатично. Что меня так привлекло, так это ее формат. То есть формат нанесения этой маски. Это просто нечто. Так, я покажу. Здесь, кстати, указано. Вот. Используется. Сейчас покажу, в чем прикол. Вот так выглядит внутри. Вот такой стик. Во-первых, это супер удобно, компактно. Сейчас открою. С этой стороны? Нет, не с этой стороны. А, раскручивается. Я же вот это вот начинаю тянуть все подряд. И как его использовать? Что-то надо еще снять? Ага, блин. Я чуть-чуть сколупнула масочку, когда снимала защитную крышку. Наверное, защитная крышка, чтобы не пачкать колпачок и чтобы не сохла маска. Короче, раз уж я сковырнула, заодно и покажу, как это выглядит. Угу. Нет, она упала на пол. Короче, ладно. Вот такой стик. Он вот так выкручивается. Я не знаю, сколько его здесь по итогу, но сильно выкручивать не буду. Фиг знает, потом залезет он обратно или нет. В общем, очень удобный формат нанесения, то есть вы с помощью этого стика наносите маску, она что-то типа глиняная, ну с чем-то еще, что-то еще добавлено, я позже в обзоре обязательно расскажу подробнее. Вы наносите эту маску, ждете какое-то время и потом смываете, то есть вы не пачкаете руки, это гениально, гениально. Я раньше в стиках маски не видела, мне это очень понравилось, очень заинтересовал такой формат, вот. Ну, все так достаточно добротно выполнено. Еще сверху и крышечка с такой заботой о вас. Я помню, что мне понравилось еще, что у нее натуральный состав у этой масочки. Ну, тут указаны ингредиенты. Если кому интересно, жмите на паузу, читайте. Я не знаю, как оно сфокусировалось, нет? Блин, оно нифига не фокусируется, по-моему, на ингредиентах. Ну, в общем, позже обзор дополнительный я обязательно на эту масочку сделаю, потому что мне самой очень интересно ее попробовать. Вот такие были посылочки у меня сегодня с Wildberries. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Обзоры у меня бывают также и во влогах, и всякие распаковочки. Много всего интересного. И увидимся очень скоро в новых видео. Всем счастливо и всем пока-пока!